Всем привет, дорогие нажиманы! Сегодня подводим итоги. Сегодня подводим итоги серии 25 лет гарантии от компании Лизерман. Миф или реальность? Передо мной, в общем-то, лежат вот эти итоги, но это не значит, что гарантия от компании Лизерман работает. И вот эти итоги передо мной лежат не то благодаря, не то вопреки. Благодаря и вопреки чему, или вопреки чему, думайте сами, а я сейчас расскажу, почему я так думаю. А все потому, что то ли во время съемки этой серии видео, то ли незадолго до этого, я так распаковывать, видите, по-вандальски упаковали, буду распаковывать и вам рассказывать. То ли незадолго до этого компания Лизерман изменила условия гарантии. И изменила она их таким образом, что практически сейчас получить гарантию, получить 25-летнюю гарантию, да, в какой-то промежуток этих 25 лет, становится практически нереальным. Большое спасибо всем тем, кто наталкивал меня в нужное направление в комментариях к предыдущим двум сериям. Кто подсказывал, с кем мне связаться, как связаться. Но, в общем-то, все оказалось довольно просто. Сейчас на официальном сайте, на англоязычном и на русскоязычном, кому куда нравится, можете зайти и почитать, висят условия 25-летней ограниченной гарантии. Итак, для того, чтобы получить гарантийное обслуживание в этот период, вы должны выполнить несколько пунктов. Вот не хочется мне повреждать коробку, но зачем на коробку надо было клеить скотч, непонятно. Мне это не нравится. В общем, вы должны выполнить несколько пунктов гарантии. Первое. Гарантия Лизерман распространяется у нас только, понятное дело, на оригинальную продукцию, приобретенную через уполномоченных сертифицированных дилеров и дистрибьюторов. Причем эта гарантия будет работать только при предъявлении гарантийного талона с печатью организации, чека или иного фискального документа. То есть, дорогой нажиман, если ты вдруг накопил шекелей на мультитул Лизерман, то теперь, чтобы рассчитывать на гарантию, надо добавить еще столько же и идти к официальному дистрибьютору, чтобы купить этот мультитул по гораздо более дорогой стоимости, нежели его можно приобрести на где-то на аукционе, eBay или в интернет-магазине. Вот, таким образом, Лизерман как бы защищает своих официальных дистрибьюторов и их официальных дилеров. Следующее условие – гарантия распространяется на инструменты, приобретенные исключительно для личного пользования. И она не распространяется на инструменты, приобретенные в несертифицированных магазинах, на аукционах, рынках, в том числе перепродажные и БУ инструменты. То есть это то, что вытекает у нас, разрежу вот таким образом, это то, что у нас вытекает из предыдущего пункта. То есть, если мы купили мультитул где-то на eBay, если мы его купили с рук, то гарантийный талончик должен быть заполнен, а гарантийный талончик заполнен не на нас, то гарантии мы лишаемся. И отсюда же у нас еще, скажем, такое условие вытекает. Вы в первой серии видели, я вам показывал три мультитула. Они все три обитают в одном офисе, и все три были куплены разными людьми. И вот если вдруг возникнет такая ситуация, что целый офис захочет купить мультитулы от компании Лизерман, то не надо посылать за ними самого молодого. Лучше подняться всем, сходить и на себя каждый приобрести мультитулы, чтобы не лишиться этой пресловутой гарантии. А дальше, какие у нас еще пункты? Гарантия не распространяется, говорили, там где-то накладная у нас будет.
Гарантия у нас не распространяется на аксессуары. На сменные биты, на чехлы, темляки, клипсы, карабины, пластиковые съемные детали, свистки, там принадлежности для заточки ножей, покрытие, упаковку и так далее и тому подобное. Смотрите, книжечка какая-то пришла. Вот, в том числе не производится какая-то модернизация, не рассматривается локальная точечная коррозия как гарантийный случай и тому подобное. И так далее, и тому прочее. Так, посмотрим, что пришло. Ну, пришло обратно, вернули мне, смотрите, биты, которые я отправлял. Вот, соответственно, биты не попадают под гарантию. Так что вот, человечку биты старые, будут старыми пользоваться, его проблемы. И вернули, конечно же, старые напильнички. Вот, вернули. Надеюсь, ничего не потеряли, вернули старые напильнички. То есть на напильнички гарантия у нас не распространяется. И вернули старый мультитул. Да нет, шутка же, новый мультитул приехал. Вот. Вот так, дорогие друзья, то есть, если вы вдруг внезапно выполнили все предыдущие части, то есть вы купили мультитул у официального дистрибьютора, вы купили мультитул исключительно для личного пользования, вы купили мультитул и оформили при этом гарантийный талон, есть у вас на гарантийном талоне печать организации, или вы сохранили, получили чек фискальный и бережно хранили его в течение 25 лет. Если вы вдруг выполнили все эти условия гарантии, то для вас вот таких вот добросовестных, внимательных, есть четвертый пункт. А четвертый пункт гласит у нас вот о чем. Гарантия не распространяется на мультитулы с механическими повреждениями. Вот смотрите, с механическими повреждениями не распространяется гарантия на инструмент, который получил механические повреждения, связанные с чрезвычайными нагрузками, повлекшими разрушение деталей корпуса. Вспоминаем первое видео, да? Разрушение деталей корпуса, а также со следами самостоятельного ремонта. Поэтому, дорогие нажиманы, под конец видео могу сказать только одно. О гарантии от компании Лизерман, по сути дела, можно забыть. Как критерий при выборе мультитула ее не рассматривать. Да все по тем же условиям гарантии. Мало кто сможет их выполнить в полном объеме. Такие вот дела, такие вот дела. На этом, пожалуй, все. Буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Пруфлинк я ложу в описании к этому видео на условия гарантии. Всем удачи, всем удачных покупок, всем хороших мультитулов и хороших ножей. Оставайтесь на канале. Всем пока!